Морозы учебе не помеха. Несмотря на холода и отмену занятий, многие мясские школьники уроки все-таки не пропускают. Учителя проводят занятия в обычном режиме, даже если в классе всего 5 человек. Занятия в школах МИАСа из-за очень низкой температуры отменяют. У всех учебных заведений города сейчас есть свои сайты, на которых можно посмотреть температурную шкалу, в соответствии с которой администрация школы принимает решение об отмене занятий. Но учебный процесс движется, несмотря ни на что. Для детей, которые все-таки пришли на занятия, уроки проводятся. Ни один ребенок обратно домой не отправляется. Это грубейшее нарушение. Так что мы сегодня работаем в обычном режиме. Дети не испугались. У нас сегодня пришли дети, кстати, из начального звена. И у них тоже были уроки в полном режиме. То есть родители приняли своего ребенка. Мы уверены, что ребенок будет доставлен домой и не будет в пути в дороге. Вот только в таком контексте мы и работаем. Особенно ответственно к учебному процессу относятся старшеклассники. Они понимают, если у родителей есть возможность привезти их на машине, то лучше пойти в школу и пройти материал с учителем, чем потом разбираться самостоятельно дома. Я в выпускном классе, поэтому основные сейчас задачи – это, конечно, подготовка к экзаменам, подготовка к университету, институту. И мы, наверное, при любой погоде будем ходить. В любом случае рисковать здоровьем чада не нужно. Ни в коем случае не отпускайте детей пешком на учебу в мороз. Администрация МИАСа предупреждает, что 30, 31 января и 1 февраля занятия в школах с 1 по 11 класс отменяются.